Привет, друзья! Здравствуйте, наши бэйби-боши! Смотри, бэйби-боши шарик. Какой у тебя шарик? Какого цвета? Голубой. Голубой. Что тут прятался за шарик? Синий. Все увидели. Друзья, сегодня у нас итоги недели. Выпуск номер... Какой? 5. Нет, 9. Друзья, мы готовы объявить победителя прошлой недели в конкурсе «Угадай блогера». Им стало путем голосования Арина Крючкова. Арина, мы тебя поздравляем. Даем ссылочку в описании на твой канал на YouTube. А также передаем тебе привет. Передадим привет Арине Крючковой. Арина Крючкова, привет! Привет! Поздравляем тебя! Ну а теперь традиционно мы решили продолжить этот конкурс. Вот он, блогер, которого надо угадать. Следующим, не забывайте про наше условие, что необходимо быть подписанным на наш канал. Обязательно поставить пальчик вверх этому ролику. Как наш канал называется? Правильно. И поделиться этим видео с друзьями. И, конечно же, написать, что это за блогер, изображен в комментариях. Ну а сейчас мы переходим традиционно к нашим вопросам и комментариям. Итак, первый вопрос задала Ниша Катиша. А вы видели сиамских кошек на улице? Дэн, вы видели старых сиамских кошек на улице? Ну, Дэн точно не видел. А я без Дэна, конечно, видел, но это было давно и практически, может, конечно, что и не видел. Поехали, следующий вопрос. А, давай передадим Мише Катиш привет. Привет! Следующий вопрос задала нам ЛПС Николав. Дэн, о чем ты мечтаешь? Вот что она спросила. Я мечтаю, малышариковый. День мечтает о малышариках. Он видел в торговом центре игрушек малышариков и хочет, чтобы мы ему купили всех. Кого ты в первую очередь хочешь? Крошика. Крошика. Вот о чем сейчас Дэн мечтает. Давай передадим привет ЛПС Николав. Привет! Следующий вопрос задала милый котик Юля. А вы хотите завести... Милый котик Юля. Милый котик Юля. Хотите ли вы завести много питомцев? Друзья, мы считаем, что много питомцев есть смысл заводить только в доме. К сожалению, пока что мы живем в городе, в квартире. Поэтому, конечно, в квартире мы питомцев, тем более много, заводить не будем. Давай передадим привет милому котику Юле. Привет, милый котик Юля! Привет! Ты шариком машешь? Машешь шариком? Вот так? Ну хорошо, давай. Следующий вопрос прислал Аймбарт. Вы ходили хоть раз в аквапарк? Ну, мы с мамой ходили, а Дэн пока еще в аквапарке не был, но мы обязательно исправим. Передадим привет Аймбарту. Давай, помашем. Привет, Аймбарт! Аймбарт. Привет. Следующий вопрос прислал наш постоянный подписчик Санс Гастер. А чем увлекается Дэн? Дэн, чем ты у нас увлекаешься? Ну, опять же, видите, у нас основное увлечение – это малышарики. Мы очень любим цифры и очень любим смотреть передачи, выпуски, где считают, складывают, высчитают и просто пересчитывают все, что возможно. Вот так вот. Это наша самая большая любовь и увлечение. Давай передадим привет Санс Гастеру. Санс Гастер, привет. Следующий вопрос передала тоже наша постоянная подписчица The Best. Вы играли когда-нибудь в домино, лото, прятки, в пазлы и в прятки мы играли? Да, мы с тобой играли в прятки хоть раз? Играли. В домино пока не играли, все-таки мне кажется, что игра на более старший возраст. А в лото играли. Помнишь, у тебя такие бочоночки с мешочком были, с циферками, где на карточке циферки ставили, помнишь? 5. Да. Тебе понравилась эта игра? Да. Да, вот там вытаскиваешь и ставишь на нужные поля эти бочоночки. И Дэн очень понравилось. Давай передадим привет The Best. Привет, The Best! Следующий вопрос задала нам Мэнгл аниматроник Фазбер. А когда у вашего милашки день рождения? День, какого числа день рождения? Расскажи нашим друзьям. 4. Что 4? Какого числа у тебя день рождения? В каком месяце хотя бы скажи? Давай в мае. Ха-ха-ха, нет, Дэн, у тебя не май день рождения. А букву С месяц начинает. Се. В мае. Нет, сен. В сентябре. В сентябре. А какого числа помнишь? Сколько? Ладно, папа подскажет, у день рождения очень скоро. Это будет 16 сентября. Давай Мэнгл аниматроник Фазбер передадим привет.
Привет, Мэнгл, аниматроник Фазбер, и не забывай, что скоро у Дэна день рождения. Следующий вопрос прислал мистер Фредбэк Голден. А вы любите динозавров? Если да, то назовите 5. Вообще, я смотрел парк юрского периода, и когда-то даже прогулки с динозаврами. Дэн еще пока с динозаврами не знаком, но я попробую назвать 5. Это трицератопс, диплодок, тираннозавр, птеродактиль, бронтозавр. Справились с задачкой? Нет. Как нет? Это ты придумываешь динозавров. Давай мистеру Фредбэк Голден передадим привет. Привет, мистер Фредбэк Голден. Следующий вопрос прислала Ниша Катиша. Что вы ели на завтрак? Дэн, что ты кушал на завтрак? Чего? Вспоминай, что ты на завтрак кушаешь обычно? Яблоки, что ли? Да, мы перефразируем, что мы обычно кушаем на завтрак. Дэн, что ты обычно кушаешь на завтрак? Чё? Кушаешь, что ты на завтрак? В тарелочке, что у тебя лежит? Чё? Белого цвета. Чё белого? Ложечкой, что ты ешь на завтрак? Макароны? Не, макароны ты на завтрак не ешь. Твоя любимая еда макароны. Мы уже это выяснили. Как? Нет, как? Чука. Кашу мы ели на завтрак. Кашу. Какую ел сегодня кашу ты? Рисовую? Нет. А какую? Рисовую. Манную, пшенную? Нет. А какую? Не помнишь? Ну и ладно, кушали мы сегодня на завтрак кашу и стараемся есть всегда на завтрак кашу. Давай, Нише Катише, передадим привет. Привет, Ниша Катиша. Следующий вопрос задал нам постоянный подписчик Роберто Кекс. И он спросил, кто мы с мамой по профессии. Вы не поверите, мы с мамой, я инженер-физик, а мама экономист. Я строю атомные станции. Ну, скорее даже поставляя систему автоматизированного управления на атомной станции. А мама у нас экономист. Давай Роберто Кексу привет передали. Это кто это? Это наш постоянный подписчик. Привет тебе, Роберто Кекс. Следующий вопрос задал нам мистер Нурсил. Куда вы хотите поехать? Да, куда мы хотим поехать? Карнавал. Карнавал. Ну это на даче ты хочешь карнавал. Отдыхать давай поинтереснее, что ли. Куда ты хочешь отдыхать поехать? Какой отель? Инджикум Вест, Турция, да? Мы там уже были, но я думаю, что мы сменим отель. Давай передадим мистеру Нурсилу привет. Передадим? Привет. Привет! Следующий вопросик задала Настя Киллер. Сколько раз вы переезжали и готовы ли на все ради подписчиков? Это поезд? Кто? Денечка, сколько раз мы переезжали? Друзья, пока что мы ни разу не переезжали. А насчет готовы ли мы на все ради подписчиков, это тоже достаточно философский вопрос, потому что, допустим, со скалы мы точно прыгать не будем. Но многое можем сделать ради подписчиков, и, наверное, когда нас соберется больше 50 тысяч, я думаю, что надо будет организовать как минимум встречу с подписчиками. Настя Киллер, привет тебе передаем. Привет. Настя Киллер это. Вот Настя Киллер. Ну а теперь перейдем к трем лучшим комментариям. Итак, первый комментарий это Аза Бум. Почему оно не в трендах? Сколько лайков под этим комментарием? 13. 13 лайков набрал Аза Бум. Привет тебе, Аза Бум! Давай, мамаша. Следующий комментарий прислала тоже наша постоянная подписчица Джеки99. Мама опять победила. Сколько Джеки набрала лайков в день? 4. Всего 4 лайка, да, что-то друзья не очень активные были под этим роликом. Джеки набрала 4 лайка и победила, но мы ее все равно поздравляем. И последний комментарий, опять же, The Best, наша постоянная подписчица, очень длинный комментарий. Коротко поясню, что дети, когда взрослеют, они сильно попадают под влияние общества и ведут себя часто крайне плохо. И ей очень нравится играть с более младшими детишками. И мы с ней тоже согласны, потому что они еще не испорчены. Отличный комментарий. Сколько лайков набрала The Best? 8 лайков. Давай еще раз The Best сегодня второй раз уже передадим привет. Давай. Давай. Привет тебе, The Best. Друзья, это были все вопросы и комментарии к сегодняшнему ролику. Всех, кого мы смогли выделить и кто набрал много лайков или задал интересный вопрос, который еще не повторялся. И не забывайте, где здесь фотография изображена. Фотография очередного блогера, кто угадает? Это не The Best, это другой блогер.
И кто угадает, что за блогер изображен, я думаю, таких будет много, мы им случайной выборкой выберем победителя и дадим на ссылочку на его канал, а также передадим привет в ролике. Друзья, и теперь мы немножечко меняем формат ежедневных роликов. Больше мы пока что не будем передавать приветы людям, которые задают вопросы, и лучшим комментариям. У нас теперь новая идея. Мы передадим приветы тем комментариям, которые не соберут ни одного пальца вверх. Правильно? А также мы передадим приветы авторам тех комментариев, которые наберут больше скольки лайков? Давай 10. Которые наберут больше 10 пальцев вверх. Пойдет так? Да. То есть те комментарии, которые не наберут ни одного лайка, либо же больше 10. Так что всем удачи. Через неделю передаем приветы лучшим комментариям, которые наберут больше 10 лайков, и комментариям, которые лайки не наберут. Ну а мы с вами прощаемся. Ставьте пальчики вверх данному ролику. А подписывайтесь на канал. Оно нисколько лайков не набило. Вот, Диня подтвердил еще раз условия. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новостей. Покажи классно. Сейчас покажу. До новых встреч, друзья. Пока. Поцелуй будет, нет? Будет. Будет поцелуй? Нет. Ну хорошо, просто тогда пока скажешь. Пока. Пока, друзья.